Так, прямое включение. Привет, ребята. Сегодня снял вам контент. Сергей Падлычем. Кто помнит, это был у Герман на стриме персонаж. Привет, кстати, демон из Тупо Сплэш. Кто хочет, чтобы я был оператором Сергея Падлыча, поднимите руку. И мы будем с ним стримить, устроим вам такой трэш-хардкор. Ночной волк и Сергей Падлыч. Смотрите во всех кинотеатрах России. Скоро Сергей Падлыч поднимется. Как вот эта вот девятиэтажка. Будет выше девятиэтажки, станет очень знаменитым. Подписывайтесь на канал Ночной Волк, смотрите Падлыча, не переключайтесь. Сергей Павлович, Ночной Волк, Сергей Павлович, легенда, легенда стримов. Ребята, Сергей Павлович, всем привет, не скучайте, живите дружно, главное, не деритесь. Ну или деритесь, только аккуратно, не как Конор тут. Слабак, Макгрегор. Это билет? Да. А я еще выхожу тоже. Сергей Павлович. А ты-то куда? А я не знаю, в магазин. О, там... Пойдем. Все, счастливо, удачи вам, счастья, любви, добра. А зачем ты съемки заплатил, гражданин? Да. Нас могли и так выселить. Иди сюда. Кто? Это мой друг, мы из хоккея идем сейчас. Да. Палыч. Я Сергей Палыч. Видели дизайн? Стрему не видел? Это не важно. Я не могу на своем канале выступить. Поэтому, значит, все, что вы можете, это только снимать меня вживую. Но там не все так плохо. Покажите мне церковь. Ой, ладно, а потом сейчас найдем. Это мы сбросим на моем канале. Перебросим. Разберешься. Так, автобус, иди нахуй. О. Это я случайно пропадал. Конечно, я живу. Блин, это нельзя. Ну, а чем? Можно. На левом это 17. Можно, можно. Президентский ровно, это Марио. В Санкт-Петербурге. Павлович, скажите, я считаю до нуля. Чё? Ну, фразу вашу, я считаю до нуля, как Гервал, блядь. Вот, типа, вас начинают бесить, вы говорите, я считаю до нуля. А чё, нуль, это нормально? Ну да, вы говорите, я считаю до нуля, как Герман. Я говорю, да, да, да. Не, вы говорите, Герман, блядь, там сигарету не до этого, я считаю до нуля. Да я на минус могу посчитать. Рад, что встретились, наконец-то. Ой. И всяких демонов. Представляешь, какие... Люди, но ты-то нормальный. Да вот у меня канал нормальный. Проблема с каналом, знаешь, какая? Да. Этот придурок увлекся хуйней. Но ты знаешь, там не все так просто. Давай огонь. Я получу контроль над каналом. И твое видео ты мне просто на телефон перебросишь. Опа. Так, ты сможешь по защищенному каналу? Смогу. Какой защищенный канал? У меня WhatsApp? У меня WhatsApp есть, могу по WhatsApp. Нет, WhatsApp не защищенный. За мной могут телега. Спецслужба. Телега. Да, телеграм. Ощущу я даже тебя с утра. Это был прикол. Да. Так, чё ты стесняешься-то? Я не стесняюсь, я мешать не хочу. Так, чему ты мешаешь-то? Да Палыч, это Палыч. Да. Сергей Палыч меня зовут. Очень приятно. Всё, не бойся. Дружи, стесняешься в каналах сниматься. Нормально все. Мы с хоккея идёмся, выиграли. Кто? Динамо. Какое Динамо? Санкт-Петербургское. А Скай это? Скай, мы играем со Звездой. Так, выиграли. Я не упал. Динамо это Санкт-Петербург. Это команда. Вообще первая команда была изначально, потом Зенит только появился. 19-22 мы появились, а потом только Зенит и Шменит и всякие. Так что... Ты знаешь, ты сам в хоккей можешь играть? Хоть завтра. Я один раз вышел, блядь, мне кляшка убивает, я как корова на льду.
Это пиздец. Я ни хрена не умею ходить. Не, когда мне надели какие-то бутерброды, то я не ошибился. Так. Че вам куда? На людей. Че еще? Волки. Моя сущность. Они реальные, в смысле. Представляешь, стая голодных волков. Все матерые. Им похуй красные флажки. А у них мать, которая создала Рим. Рим создала волчица. Мама Рома, ее звали. Это настоящая волчица. А тут случайно, недавно, это в интернете было, ну, лет 5 назад, она говорит, волки меня спасли, метель, пурга, там тоже бывает. Представляешь, стая голодных волков, им похуй что жрать. Им только пожрать. А тут рожает женщина. Всего. Она дура. Но они все дуры. За рулем вышла. Вот там это врага была и пиздец. Очень крутые. Снег. Безумный. Это дура. Вызвала калаш, конечно, на этот 911 МЧС по-русски. Ну, служба спасения. У меня тоже случай был. Но это потом. Знаешь, почему она сказала? Да мне волки. Они просто не спасли. Они ребенка создали. Да мне наплевать на людей. Стая была матера. 7 штук. Сверхзвери. Мы там молчим, что было. Мужик. Ну, типа, создайте Рима. Привет. Привет, Макс. Чего, Павел?